Можно сказать, попали мы под сокращение состав у нас прежний, все на местах, только выпуск этот будет не таким большим, выпуск будет коротким, любимым, наверное, Артуром слово «экспресс», «экспресс-обзор», не так много видео. Ленинградец, Краснодар, как сыграли сегодня, разбираем, не забывайте подписываться, не забывайте ставить вот такие вот лайки вот этому, например, человеку в дорогом новом пиджаке, Артур Каратай, спортивный журналист, ну и комментируйте отличные луки и отличные разборы вот от этого героя, Владимир Татарчук, экс-игрок футбольного клуба «Краснодар», ныне тренер Академии футбольного клуба «Краснодар». Артур тут под одним одним из выпусков написали, что у тебя глаза горят, когда ты разбираешь вот эти все разборы. Давай вот своими горящими глазами огненный спич по поводу коротко того, что происходило в Рощино. Ну, вчера, если честно, не очень огненная получилась игра. Я думаю, что если есть все еще такое устоявшееся выражение, как победа на классе, то можно про вчерашнюю игру Ленинградец-Краснодар именно так и сказать: особого нервяка не было, качество поля не позволяло демонстрировать какой-то интересный сложный футбол. Ну и была такая ностальгия по 90-м. Да, вот маленькие стадионы. Сзади где-то долгострой, спутниковые тарелки на коттеджах, мат с трибун. То есть все, как мы любили в 90-е годы. Вчера вот кубковая атмосфера дала вновь прочувствовать такой колорит. И очень жаль, что тебя там, наверное, не было, да? Нет, Потому тем что... сильнее мы будем ценить новые арены, да, и ощущение комфорта, когда смотрим. Формирует. Я хотел пораньше, попозже это сказать, но пораньше, наверное, скажу спасибо тем людям, которых мы постоянно слышали в трансляции, которые кричали «Быки», которые кричали «Краснодар – столица юга», а которые кричали слышал, «Краснодар вперед – вперед!» Мало ли что ты слышал, я слышал то, что, как бы, ну, нужно было, нужно было понял. мне. Ребята, которые добрались из Санкт-Петербурга, из Краснодара до Санкт-Петербурга, из Петербурга до Рощино, это там 80 километров почти, вы огромные молодцы, вообще вам большой-большой респект, вы красавцы и красавицы. Тут у нас еще под тем же самым выпуском, под предыдущим, да, написали еще такие красивые слова. С юношеским азартом обсуждаете игру, хотя <свят> давно уже не юноши. Может быть, Владимир, о а вас. Так что давайте, Владимир Владимирович, нам с азартом расскажите о том, что происходило в Ленинградской области. Я не могу вот согласиться всецело с Артуром насчет того, что все было очень легко и просто, потому что ну, на самом деле несколько моментов таких было достаточно волнительных. То есть просто банально не испол ну в исполнительское мастерство э, не это не получилось вот забить в общем-то да поэтому я могу сказать что сама по себе игра в целом была не самой легкой э, и на классе как таковом ну я лично его не увидел по большому счету потому что мяч у очень у вас индивидуального ну даже индивидуального я раз. ну исполнительского мастерства но опять же какие два момента это гол с со стандарта, да, который сомнительный, да, по сути. И вторая ошибка защитника центрального, после которого получился наш второй гол. А, и в целом мне не понравились, ну, не то чтобы не понравились, понятно, ситуация, там, кубок и так далее, да, там, не может, может быть, где-то бережем силы, но мне не понравились сами, сами скорости работы с мячом, насколько все медленно вот с фланга на фланг перекатывали, то есть как ну с такими командами нужно именно вот в работе с мячом намного быстрее, чтобы они не успевали перекрывать какие-то зоны и немножко единоборство мне не понравилось качество единоборств некоторые эпизоды, конечно же, обсудим, к сожалению, мы не сможем обсудить вообще все, что происходило на поле, но сами понимаете, мы хотим, чтобы был качественный контент, красивая картинка, картинка, ну может быть не такая качественная, как хотелось бы, так что, ну вот что есть, то, конечно же, обсудим. Давайте как раз на состав посмотрим, в частности, наверное, Владимир, да, все твои слова были обусловлены тем самым составом, который мы сейчас на экране видим Владимир, что скажешь? Ильин понятно, некоторые игроки понятно. Кто? Ну, по мне Литвинов тоже понятно, потому что, ну, я даже в прошлой программе хотел назвать его фамилию, потому что думал, что его поставят. агацев тоже понятно. Ну, то есть все, в принципе, понятно. Но я думаю, немножко я удивлен был то, что Кабела. Может быть, я думал, дадут отдохнуть. Хотя он достаточно, кстати говоря, и по движению и по всему очень качественный матч провел. То есть. Ну, а так в целом все, все по-моему, логично. Мне кажется, исходя из этого состава, первое, что можно сказать, это то, что Краснодар очень серьезно отнесся к Кубку России, даже на этой стадии. Я, честно признаюсь, я думал, будет, наверное, больше ротация по сравнению с матчем против Ахмата. Может быть, будет большая поддержка из второй команды. Но прям вот все, кого мы видим в заявке на чемпионате, все оказались в заявке и на Кубок. Ну и обращает на себя внимание возвращение Черникова. После травмы, да, он выпал после сентябрьских матчей молодежной сборной и очень его ждали в опорной зоне. Он вернулся. Ну а в остальном, как Владимир сказал, да, Акацев, второй вратарь на Кубок, вполне логично дать ему игровую практику, ровно как и Литвинову, который часто оказывался в заявке на чемпионат, но не выходил на поле. Так что с этой точки зрения Краснодар практически со ссылкой на кубок да, оптимальное свое расположение на поле и показал. И это сказалось, там, наверное, на отношении к игре. Вот Владимир заметил, что работать нужно было с мячом быстрее. Но я вам скажу, я 5 минут посмотрел игру. Пас на 10-15 метров и мяч дробит 2-3-4 раза. На таком поле демонстрировать сложный быстрый футбол при работе с мячом очень тяжело. Поэтому в какой-то момент, как мне кажется, Краснодар наоборот пытался упростить игру и больше использовать длинные, средние передачи и где-то, наверное, уповать на индивидуальное мастерство, чем на игру в пас. Прекрасно, давайте смотреть, что было в этом матче, смотреть не все эпизоды, да, не, как обычно мы это все разбираем, некоторые моменты, самые такие основные. Началось все, наверное, такое самое опасное на восьмой минуте, когда вот чуть было не случилось то, чего мы здесь в Краснодаре еще не видели. Гол Крыховика. Гол Крыховика, вернее, он случился, но арбитр посчитал иначе. Владимир, на твой взгляд, правильно ли поступил рефери без вара, между прочим, играли? Ну, я так предполагаю, что правильно. По сути, он, ну, то понятно, что сложный момент, там, в момент удара там успеть среагировать, ну по сути нам тут нечего обсуждать уже он уже поднял и свистнул соответственно как бы опять же розыгрыш опять же выиграли на стандартном положении опять же с этой же точки в ту же точку опять прибегает игрок который забивает гол так же как Юра Газинский да забивал то есть по сути схема работает и ну чуть-чуть раньше забежал и все по темпу не успел не показалось ли тебе Артур вот после этого момента что сейчас-то как посыпется нет, не показалось, а по этому моменту я скажу, что скорее всего с Варом его бы засчитали. Вот если брать линию вратарской за основу, то я бы сказал, что скорее всего на одной линии были Крыховяк и защитник. Но еще раз говорю, без повтора офсайдной камеры, Сложно сделать вывод. И нет, мне не показалось, что после этого пойдут моменты. Хотя, в как э, был эпизод, наверное, 10-15 минут, когда ленинградец совсем глубоко отодвинулся к своим воротам и встречал уже прямо перед штрафной. То есть э, такое было средоточение игроков, что тут или дальние удары, или навесы, или прям ну совсем уже на себя приходилось брать. Издалебить не пришлось. На 42-й минуте э, получается, что Александр Черников, который вернулся в состав, стал э, автором первого в карьере, во-первых, мяча, да, за основу, но автор, во-вторых, -во 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 автором победного мяча. Артур, Его стоило нельзя было, ли засчитывать нельзя этот Нельзя было, однозначно. У меня, я посмотрел много повторов этого эпизода. Мое мнение однозначно, это ошибка судьи. Мяч нельзя было засчитывать. Тут на что обращают внимание судьи? Насколько низко футболист, защищающийся командой, пытался сыграть головой? То есть опускал ли он сам голову достаточно вниз? Нет. Повтор дает однозначный вывод, что игрок защиты... Не делал этого. Он был на нормальной высоте, а вот Черников высоко задрал ногу. Более того, этот момент закончился, в общем-то, кровью на лице. Это для судьи однозначный сигнал, что были нарушены правила. Я уверен, что если бы на игре был Вар, мяч бы отменили. Почему главный судья этого не сделал? Ну, возможно, он решил, что защитник ниже положенного опустил голову. В такой ситуации у судьи могли возникнуть э, сомнения, но... Нужно честно говорить, э, Гоу о, забыл забить с нарушением правил. В этом эпизоде Краснодару повезло. В твоей системе координат, в общем, все равно счет 1-0, потому что, по-твоему, Крыховик забил чистый, такой Черников у меня забил не чистый. Моей... координат, как у тебя. Это у тебя есть таблица в, в моей отдельно. системе координат пока еще 2-0. Владимир, Черников, его гол. Насколько, вот, на твой взгляд, этот гол можно было считывать, Нельзя было засчитывать. Ну, вот я могу там оправдаться. Он не играл в голову, он играл в мяч, который, в принципе, ну, на ногу ложился. Понятно. Я считаю тоже, что гол, скорее всего, не надо было засчитывать. Потому что ногу он задрал достаточно высоко, поэтому тут все, ну, то, что случилось, то случилось, как бы это, в принципе, нам на руку, да, в итоге. Но все равно, то есть настоящего, ну, в хорошей игре в официальной, где будет вар, безусловно, его отменят. Как бы то ни было, гол был засчитан. Черников дебютный гол за основу забил, Черников забил, ну, получается, да, победный гол, ну и комментарий Александра прямо сейчас мы увидим героя, получается, этой встречи мы заслуженно победили. Первый тайм мы полностью контролируем ход игры. Хочу отметить то, что поле тяжелого качества. Вот, мы старались играть просто, где-то не выдумывать. Второй тайм, конечно, стал начали не очень уверенно. Соперник пошел большими силами вперед. И хорошо, что сыграли на ноль. И добыли тречка сегодня ты забил дебютный гол за Краснодар. Какие эмоции, вообще, каким получился этот гол? <связать> вообще, хотели забить быстрый гол, чтобы было проще дальше играть. Конечно, очень рад забить первый гол за Краснодар. Но уже забыл про это и двигаемся дальше. Впереди у Краснодара в кубке дерби с Кубанью, которая решит исход группового этапа. Как будешь настраиваться на эту игру? <связать> Думаю, что весь город рад этому событию. Э, выйдем с максимальным настроем э, и будем играть э, только на победу. Александр Черняков, автор забитого мяча, первого забитого мяча в этом матче. Владимир, ты отмечал уже, да? Или Артур, я уже забыл. Кабеллу, да, Кабеллу, который в принципе вписался в игру, мог забивать и сам француз, да, там и даже забил один, француз, один гол опять же, отменен. Давайте его посмотрим. И опять же, ну, там, попытаем, попытаемся вычленить там, правильный ответ, был это гол или не было этого мяча. 56-я минута. Это уже второй э, тайм. Французская музыка заиграла, но играла недолго, потому что арбитру она не понравилась. Давайте, Артур. Но здесь, я думаю, что все же офсайт был. Опять же, ориентируясь на линию штрафной и на момент паса, вот так вот можно проекцию в голове сделать. И, скорее всего, мне кажется, здесь чуть-чуть, но был офсайт. Но опять же, вот мы, да, мы уже привыкли к высоким технологиям в футболе, к повторам с разных камер и, соответственно, к каким-то более объективным выводам. А вот так вот 10-15 лет назад так футбол в России везде и был, да, и приходилось все по наити боковым судьям работать тоже на тоненького. Сейчас же есть директива, все спорные моменты должны трактоваться в пользу атаки. Поэтому где-то судьи в таких матчах должны это учитывать, но вот этот момент, я думаю, чуть-чуть Кабелло, оно залез. Но, я, Владимир, да. по-другому, я просто на атаку посмотрел, атака хорошая получилась, атака получилась красивая, атака получилась с отбором. То есть видно было, что 1-0 это не тот результат, который устраивает Краснодар, так ли это? Ну, я уверен, что 1-0 ну, не может устраивать Краснодар, потому что любая какая-то там ситуация, ну, нелепая там атака какая-то случайная, допустим, может произойти, и гол может лететь в наши ворота. И, по сути, были несколько таких моментов неприятных, да, скажем так. Поэтому они стремились, безусловно, забить второй, и, ну, я думаю, возможно, и третий при желании, да, при возможности, поэтому стремились, пытались, в итоге добили. И в итоге добили своего на 85-й минуте, как раз этот эпизод сейчас будем смотреть, под конец матча все-таки Крыховик отличился, так же, как и в начале, но второй гол его был засчитан, и вот сейчас, наверное, увидим, да, какой же командный игрок Кабела, Владимир, согласись со мной, вот на, на этот момент давайте обратим внимание. Да, безусловно, это плюс. То есть, когда человек не пожалел, э, отдать, учитывая, что сам отобрал этот момент. По сути, сам этот момент создал, мог и, в принципе, его завершать. Но увидел подключение, может быть, и крики, просьбы, соответственно, не пожалел. Тем более а, крепоко, увидел, на французском. В принципе, и сам увидел, да. Поэтому решил поделиться и это здорово. Я вообще хочу ну, Кабелу в этой игре отметить в плане того, что он, э, учитывая, что это кубковый матч, там команда там. Там, второй лиги, да? но игрок не стеснялся, не, не, не чурался это игрой в отборе, да? постоянно назад бегал и ну, также в атаке постоянно активен был, поэтому это очень хорошо. Ну, к сожалению, не попал весь момент в кадр, а там была очень интересная у него предыстория. Кабелу, кабелы зарядили по ногам. Он... А, я думал, ты начнешь Кабелла воспитанник такого-то клуба. Нет, ну это, это твоя твоя обочина. Я имел в виду, что за минуту до этого Кабелла получил по ногам на своей поля, И э, он лежал на газоне секунд 30. Потом встал видимо, злой был и побежал в прессинг. И благодаря прессингу отобрал. Кстати, после ухода Ильина Кабела фактически стал играть на позиции центр-форварда или ложной девятки. И тут ну, не самая привычная для него позиция, но тем не менее, вот как Владимир правильно сказал, он хорошо, хороший объем дал. В концовке, когда я говорил э, про победы на классе, я имел в виду, что вот у Краснодара были резервы, как игру усиливать. Если бы нужно было включить форсаж, да, прибавить, были варианты для этого, в том числе и через замены. Поэтому я думаю, в общем плане, вот победа в два мяча, это то, что Краснодар вполне заслужил. Ну, я считаю, что да, что тоже, наверное, можно выделить Кабеллу. Однозначно нужно выделять Кабеллу. Человек, который играл в Лиге Чемпионов, человек, который выигрывал чемпионат Франции, человек, который приехал в рощина и человек, который в этом Рощино бился, да. То есть Кабелла, ну, по мне так он несколько изменился, да, при Викторе Михайловиче Гончаренко, Это человек, которого мы видим не только впереди, мы это человек, которого мы постоянно видим где-то сзади, это человек, которого постоянно видим в отборе. Это очень круто, это Чем очень это хорошо. Довольно-таки недавно. На это, самом деле. это произошло есть, недавно, сезона да, еще да, было... да, 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 То есть он, видать, привык под стиль игры. Давайте общие, да, наверное, еще кого? Можно выделить в этом матче. А Кацева, наверное, Черников в любом случае я бы Черников Также очень хорошо провел. Борьбу матч. он держал, да. Он пытался там, ну, то есть, он для него что премьер-лига, да, там что на Кубок со второй лигой играть. У него, в принципе, разницы никакой. Он пытается по максимуму вести единоборство все, которые он там, выигрывает. Ну, попал проис... и Попал, он же не ну, виноват, он же помещел. Ну как стрелял. бы он работает до конца, там уже кто что свистнет, там это уже ну, никого не волнует. Ну и нужно сказать, первый матч за долгое время в старте Тони да, вышел, провел. У него тоже не было давно игровой практики. Это временами сказывалось на его действиях. Но в общем и целом он тоже не филонил дорабатывал там подкаты, где надо стерился Вообще это вот можно выразить командное отношение к кубку очень правильно, не было никакой расслабленности. Ну может еще сыграло свою роль, что Ленинградец обыграл Кубань, да и стало понятно, что в принципе эта игра, эта игра. Определяет за выход... победителя. Да, группы, за выходы да. из группы. Поэтому дополнительное такая вот подстегивание было. Прекрасно, еще несколько слов давай об этом матче, ну какой-то такой об, об, общий итог, да, то есть что то увидел? Артур говорит, что в принципе были, были видны командные действия. Я согласен с Ильиным, который приходил там, он говорил, самое главное, чтобы мы не, не недооценили, да, вот мне кажется, что была какая-то недооценочка. Ну она была, ну на мой взгляд она была, она была не такой сильной, как бывает в принципе в таких матчах, да, то есть где-то чуть послабления были, в первом тайме в оборонительных действиях у Краснодара. То есть я хоть, хочу сказать, что э, класс он определяется не только тем, как люди работают с мячом, как люди бегут в атаку, какие они красивые голы забивают. Класс еще определяется тем, насколько качественно ведут борьбу единоборства команды, да, как быстро они переключаются. Вот этого немножко, на мой взгляд, не хватило Краснодару. Э, ну, может быть из-за той же недооценки небольшой, опять же. То есть, но в целом, в целом Визуально, конечно, кажется, что, в принципе, довольно-таки просто они и выиграли. Наша, а вернее, Владимир, любимая рубрика, которая называется «Цифры». Для, для меня это просто циферки. Владимир, вот они показатели, атаки, удары, офсайды, угловые, точные передачи. Что можешь сказать? Вот, наверное, как раз точные передачи – это то, чего ты хочешь увидеть побольше и покрупнее цифры. Нет, я, по-моему, сказал уже, что больше всего я хочу вот, вот этот счет видеть чаще всего. 0-2? Да, и 2-0. И 3-0, и 4-0, но в нашу в пользу. пользу конечно, в пользу Краснодара, безусловно. Ну, чтобы да. все понимали, а в какое, нашу. Э, какое количество там передач будет, там, 500 этих передач будет, или их будет там, 25. Меня не сильно это волнует, на самом деле. И процент точности вроде бы неплохой, и владение мячом уже традиционно краснодарская, не как в прошлой встрече, да? Ну, я думаю, что да, вот э, удары всего хорошее преимущество, 16 против 7. Э, и по выигранным единоборствам, что в матчах с такими командами очень важно, э, хороший уровень выигранных единоборств, хорошее преимущество над соперником. Опять же, ну, по другим цифрам не вижу здесь ничего чего-то неординарного. Еще раз говорю, было ощутимое, не могу сказать стопроцентное, но ощутимое преимущество одной команды на другой в исполнительском мастерстве, в каких-то отдельных компонентах, которые играют роль. И не было ощущения разгрома, но было ощущение, что одна команда уверенно выигрывает. И, в принципе, для нас это главное. Вот эти статистические выкладки, которые я смотрю, да, они говорят о преимуществе в любом случае Краснодар Владимир. Вот, посмотри, посмотрев на последнюю строчку, последний вопрос, который я хочу задать. Не многовато ли Краснодар фалит вообще и в этом матче, и вообще в этом сезоне? Ну, конкретно в этом матче многовато, потому что периодически, то, что я говорю, ну, не успевали переключаться, то есть где-то не переключились пытаются догнать, наверстать, и вот отсюда и вот эти вот фалы ненужные, да, и ненужные желтые карточки, потом переходящие в красные карточки периодически. Поэтому немножечко не хватает вот этого момента в нашей игре быстрого переключения от одного эпизода к другому эпизоду. И надо в этом добавлять, я думаю. Тебе не кажется, что из красиво играющей команды, ну вернее, красиво играющая команда Артур стала еще и иногда и часто даже грубой играющей командой? Нет. нет. Во-первых, я вам хочу сказать, что такой такой компонент как фалы и желтая карточка еще и зависит от манеры с арбитража. Это первое. И часто команда, которая больше владеет мячом она больше же и фолит, почему? потому что она идет в прессинг на чужой поле, а когда ты идешь в прессинг на чужой поле, ты действуешь на грани фола часто, потому что перехват мяча тут же может вылиться в опасную атаку. Если вы посмотрите игры там, например, английских грандов, там сити или Ливерпуля, то у них против в матчах против более слабых соперников часто там, в два раза больше фолов именно по этой причине. Так что я бы не стал говорить о какой-то грубости, тем более, что ну, у Краснодара нет, по сути, игроков грубых. Есть игроки, которые могут э, серьезно свалить, там, например, Тони, да, кто идет в единоборство, Черников, да, Крыховик может. Но таких э, подлых футболистов сейчас в Краснодаре нет, так что... Я думаю, что если даже есть какие-то фолы, это элемент какой-то системы тактики на матч, но ни в коем случае не того, что команда становится, в принципе, грубой. Вот таким получился матч против футбольного клуба Ленинградец, матч Кубка России. Но дальше, наверное, более серьезная встреча здесь на вот этом прекрасном стадионе, к сожалению, не заполненном, к сожалению, не переполненном. Сами понимаете ограничения. Футбольный клуб Краснодар будет принимать э, гостей, которые живут недалеко. Футбольный клуб Сочи. Не самая приятная, наверное, статистика пока в матчах с этим коллективом. Артур, несколько слов о команде Федотова и о том, как с ней нужно справляться команде Гончаренко. Ну, ты правильно сказал, Костя. Очень неудобный для Краснодара соперник по последним играм в особенности. Я хочу сказать, что Сочи видоизменился в последние полтора месяца. После того, как из команды ушел Заболотный... Э, Сочи стал гораздо больше, гораздо, подчеркиваю, гораздо больше владеть мячом. Это видно и в цифрах, и в количестве передач. Команда стала больше играть в позиционное нападение, ну, потому что столб ушел за болотный, забросы больше не совсем ну команда работают. Команда стала более вариативной. Да, они неплохо провели селекцию, они взяли 3-4 человека, которые усилили их во всех линиях. Сейчас, наверное, у Федотова больше вариантов строить игру именно в атаке. И пока мы видим вектор в сторону своей атакующей игры, потому что раньше Сочи часто плясал от соперника. Тут ситуация иная, и я смотрел все их матчи в этом году, включая квалификации Лиги Конференции, и в целом свои главные качества – это усидчивость, это характер, это умение вести единоборство. Ну и, конечно, когда у тебя в центре поля есть такая умница, как Набоа, которая раздает передачи на любые расстояния, умеет штрафные исполнять, это еще хорошее подспорье с точки зрения реализации стандартов и вот таких вот моментов с забросами, с длинными передачами. Я думаю, что будет очень тяжелая игра, игра на, на три результата, как говорят. Я бы не стал бы называть Краснодар фаворитом, на мой взгляд, силы равны. Владимир, я э, ремарку сделаю, мне еще просто дико мил в составе футбольного клуба Сочи Артур Юсупов, который ну, тоже... Это Нет, Джаузини, конечно, Джаузиньо — это наш воспитанник. Вообще-то Владимир с ним работал в свое время. Что ты ждешь от футбольного клуба Сочи и от Краснодара? Я согласен, что да, Краснодар не является явным фаворитом, и фаворит, наверное, даже как раз Сочи. Ну, по сути, да. Ну, ну, в смысле, да, что будет равная игра. То есть я не могу сказать, что будет или Сочи фаворитом, или Краснодар, потому что в, мони... в каком-то моменте они даже очень похожи в целом, клубы. Да? То есть мы умеем Атаковать позиционно, они уже умеют атаковать позиционно. Мы можем через фланги, они тоже, кстати говоря, очень неплохо атакуют через фланги. У них там есть тот же бурмистров, который выходит, добавляет достаточно неплохо. Тоже наш да да Но я считаю, что у них есть, как и у нас, мне кажется, есть слабая пока что слабость в защите, то есть именно центр обороны. Мне он не нравится, по крайней мере, в Сочи. Поэтому я считаю, что ну, как бы вот оно вот у нас лоб в лоб и будет, получается, игра. Ну, так показал, это же кость в кость, наше любимое выражение. Не буду лоб в лоб с Артуром биться, чтобы показать, что лоб в лоб. Итак, посмотрим, чем закончится встреча на этой арене. Я надеюсь, что она закончится не так, как в прошлом сезоне. Здесь же, когда команды играли, между прочим, на следующей неделе, когда мы соберемся, если вы вдруг не знаете, или если вы вдруг не знаете, у нас юбилейный десятый выпуск. В нем и футболку, пока не скажу чью, разыграем, конечно же. И надеемся, что повод для хорошего настроения у нас будет. Как сыграли снова, скоро на этот вопрос будем отвечать. Так что лайки, комментарии, подписки обязательны. До встречи.